Наступил декабрь, а это значит, что жители Донецкой Народной Республики начинают готовиться к Новому году. Символом этого долгожданного праздника является елка или сосна, приобрести которую можно будет в скором времени на елочных базарах республики. Однако при этом существуют граждане, которые ради легкой наживы либо экономии собственноручно вырубают зеленые насаждения, что запрещено законом. Для того, чтобы избежать подобных нарушений в период с 1 по 31 декабря Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР, на территории республики проводится специальная операция «Новогодняя елка-2018». Основной целью операции «Новогодняя елка» является выявление и пресечение случаев незаконной рубки деревьев в местах их произрастания и случаев незаконной реализации в местах продажи. Это рынки и другие торговые точки в городах Донецкой Народной Республики. В связи с этим созданы рейдовые группы, главная цель которых – патрулировать соответствующие территории, оберегать их от самовольных вырубок. Также они осуществляют рейды по соблюдению законности приобретения или сбыта новогодних елок на рынках и в других местах торговли. При отсутствии необходимых документов, подтверждающих законность приобретения зеленых насаждений, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 88 прим. 1 Кодекса об административно-правовых нарушениях за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира. На виновное лицо налагается штраф в сумме до 510 рублей. При этом объекты растительного мира изымаются до принятия решения в судебном порядке. Следует отметить, что за незаконную рубку хвойных деревьев в лесах или в населенных пунктах Донецкой Народной Республики также предусмотрена административная ответственность. Так, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение деревьев в лесах, лесополосах и защитных лесонасаждениях предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 65 или 65 прим. 1 Кодекса об административно-правовых нарушениях в виде штрафа в размере на граждан до 340 рублей, на должностных лиц до 408 рублей. За вырубку зеленых насаждений в черте населенного пункта штраф предусматривается куда более серьезный. Для граждан от 1020 рублей и для должностных лиц и ФЛП до 1700 рублей. Кроме этого, помимо административной ответственности, нарушителю придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду, городским насаждением или территории природно-заповедного фонда в размере от 700 до 2300 рублей. Сумма штрафа зависит от диаметра хвойного дерева. В некоторых случаях за незаконную рубку ели на Новый год можно понести реальное уголовное наказание. Такие последствия наступают, если размер причиненного ущерба, рассчитанного на основании утвержденных такс, является значительным. А значительным он признается, если превышает 5000 рублей. Уже в этой ситуации можно понести довольно строгое наказание. Причем наиболее серьезная мера ответственности предполагает лишение свободы на срок до 1 года. Сергей Михайлов, Илья Литодиани, Новороссия ТВ.